Добрый день району Львова. Срок за коррупцию от 15 лет до пожизненного. Отмена иммунитета для всех депутатов, что даже моя департия. Для нормальных людей я буду нормальным человеком. А для них я буду самым большим кошмаром. Мы показали в Бельцах и в других городах страны, которыми мы руководим, что можно наводить порядок, если есть желание. А самое главное, есть стержень. У нас в Бельцах самый хороший, самый современный детский бассейн в стране. Мы возродили абсолютно все кружки, спортивные секции. Женщины на рынках торгуют на холодильных витринах, а не на досках, тазиках, так как это у нас по всей стране. Сегодня никто не приезжает в Молдавию открывать фабрики, заводы, потому что первый вопрос, который задают, сколько у вас тысяч квалифицированных рабочих? У нас их нету. И если мы говорим о том, что мы хотим возродить предприятие, то нам нужно начать со среднего технического образования. Никуда мы не денемся, и эту проблему надо решать в первую очередь, так же, как и план модернизации страны по ключевым направлениям. Когда я вышел с проектом, аптечный терминал в каждое село и каждый городок. Там 70-100 лекарств, и люди даже в селах могут им легко пользоваться, установить каждую примарию. Кнопка 1 зеленка, 20 рамон и так далее. Очень важно идти вперед. Важно, сегодня нас ждет впереди огромная работа. Я иду сегодня в парламент для того, чтобы добиться конкретных изменений. И чтобы я мог смотреть в глаза и вам, и жителям других районов страны, и через год, и через 5, и через 10. Спасибо. Голосуем за избирательный блок Рената Усатой. Мы – команда профессионалов. Сила в правде.